Ты что делаешь? В смысле? Играю. Ты что, играешь? Да, а что делать? Целый день же играешь. Убавь хотя бы, блин, громко. Ты во что играешь-то? Танчики? Да во все подряд, да. Ты нормальный вообще, 100-летняя игра. Может, хватит уже играть? Так, еще чуть-чуть поиграю. Ну, в смысле еще? Ну, сколько можно-то? Целый день вот в одно и то же вот играешь. Так, все, не отвлекай меня. В смысле не отвлекай? Отдай приставку. Отдай сюда приставку. Нет. Отдай приставку, говори. Я отдам. Моя приставка. Опять, что ли, играешь? Да. Отдай. Да отдай приставку. Ну, подожди, дай еще чуть-чуть поиграть. Да сколько, блин, можно играть, Дим? Сейчас я ее сломаю вообще. Сейчас сломаю. Нет, нет. Да сюда. Так, сейчас разобьешь. И что, туда ей дорога. Отдай. Что делаешь? Играю. Опять играешь, блин, Дим? В конце концов, ну сколько можно? Отдай. Не отдам. Дай сюда. Отдай, разобьешь. Да блин, да и пофигу. Ты целый день играешь сегодня. Отдай. Нет, не отдам. Это моя приставка. Я сейчас доиграю, потом отдам. Дим, ты что делаешь? Играю. Опять, что ли, играешь, Дим? Так, все, не мешай мне, отойди. Ну сколько можно, ну, Димочка, ну разве можно? Ну сколько можно только играть? Ну хватит уже, весь день играешь, отдай. Нет, нет, нет. Отдай, говорю. Отстань. Да, ну хватит играть уже, ну сколько можно, отдай, говорю. Не отдам, все, отстань. Блин, Дим, ну перестань, у тебя уже это самое, ты уже не соображаешь ничего, вот. В эти игры играешь целый день. Ты мне вообще никакого внимания не уделяешь. Так, все, уходи. Ну, в смысле уходи, блин? Сейчас отдай. Выбирай, приставку или я? Отдай приставку, говорю. Нет, не отдам. Хватит играть. Подожди, ты уже сломал, смотри. Да и пофиг, дай. Она дорогая, отстань. И что дорогая? А я не дорогая, блин? Сколько можно? Целыми днями эту приставку. Так, все, иди. Дай сюда, сказала. Не отдам. Все, ну я ладно. Сейчас доиграю. Ну ладно, играй, играй. В общем, ребята, у нас проблемы с вами. Короче говоря, мой парень Дима уже, блин, я не знаю, ну практически каждый день он играет в эту приставку. Меня это ужасно злит. Он ничего не хочет делать, он ничего не слышит. Он сидит, да-да-да, я сейчас доиграю, да-да-да, я сейчас доиграю. И все в этом духе. Я просто уже не знаю, что мне делать. И сейчас вот я зашла опять, да, он опять играет. Я, в общем, подумала. Сейчас ему все равно придется уйти, потому что я его сейчас заставлю сходить в магазин. И пока он пойдет в магазин, я расфигачу его приставку в пух и прах. Вот у меня тут приготовлена битка уже. Я сейчас его уговорю, отправлю его. Сама сломаю эту, к чертовой матери, эту приставку. И посмотрим, какая у него будет реакция на такой пранк. И это месть. Пранк для моего парня. И вызов принят. Погнали. Видео, ты поможешь мне снять? В смысле? Или будешь так играть весь день приставку? Сейчас иду. В общем, надо в магазин сходить и купить мне там для челленджа 3 разноцветных маркера. Видел такой челлендж? 3 маркер челлендж называется. Так, все понял, пошел. Да ты думал, будешь играть. Надеюсь, приставку с собой не возьмешь? Зачем? Ну, шуруй тогда, одевайся. Только маркеры нормальные возьми там в канцелярском магазине, а не здесь через дорогу. Хорошо. Так, отлично, ребята. У нас есть пару минут для того, чтобы расправиться вот с этой вот приставочкой. Прощай, родная, и сейчас мы ее начнем
бомбить. Сейчас я поставлю на штатив, чтобы вам было видно и... А мне было удобно. Так, где у меня сейчас штатив? Надо поторопиться. Короче, ребята, вот такой подарочек я сделаю Диме на Новый год, к Новому году. Сейчас его приставочка просто будет разбита. Вот этой вот битой. И посмотрим, какая будет его реакция. Как он еще поиграет. Раз, два, три. Она вот так тоже лопнет. Вот. Вот тебе приставочка. Дима, поиграешь. Ты еще у меня в игры. Все. Плакали твои игрушки. Твои приставки. Ребята, вот у нас все тут получилось. Вот. Нафиг ее разломала. Сейчас он придет. Все. Вот так. Будет знать, как променивать меня на какую-то игрушку, пустую приставку. В общем, все это я отломала. Но я думаю, что он все прекрасно поймет. Сейчас я все это сложу ему там на диванчик. Он придет. И поиграет. Думаю, отличный подарочек будет для него. Офигеть. Ну, это точно не подлежит ремонту. В общем, ребята, вы знаете, у меня какое-то такое даже хорошее слегка настроение. Хотя, скорее всего, у Димы сейчас оно испортится. Потому что это была его любимая приставка. И я думаю, что он очень сильно расстроится. Я, конечно, переживаю за его реакцию, но в этом и весь смысл. Нужно его просто как-то проучить. Кстати, вот он уже идет. Пойдемте встречать и обрадуем его новостью про его суперкрутую приставку. Ты что, снимала что ли? Ну ты заходи, заходи. Что ты? Купил что надо? Да, купил. Ну, раздевайся, снимай куртку. А что тут молоток у тебя лежит? Где? Вон. Да я тут гвоздь забивала. Один, жирный. А бита для чего? Ну, и тоже для гвоздя. В смысле для гвоздя? Ну, а что? Я просто думал, ты играть хочешь? Не понял, это что такое? Это твоя приставка, любимый. Ты с ума сошла? Ты что, ее сломала? Да я сейчас тебя... Нет, я не сломала, я просто сделала... Да ты разбила, посмотри, все. Посмотри. Но мне надоело, что ты постоянно играешь, поэтому вот тебе твоя приставочка. Экран... По-моему, очень даже в классном формате. Экран все разбилось, посмотри. Ты должен все собрать и играть, пожалуйста. Ты рад? Надо было ее с собой брать. Ты посмотри, что ты натворила, Ирина. Ну все же вообще сломано от и до. Ну я старалась, потому что мне надоело, что ты целыми днями только делаешь, что играешь в приставки. А мне хочется внимания, любви, заботы. Не хочется, чтобы ты мне дарил цветы, а ты только даришь свое внимание этой приставке. Поэтому я решила избавиться просто от конкурентки.
Какая конкурентка? Ты знаешь, что меня больше всего радует, что денег на новую приставку у тебя нет. Так, а ты что наделала? Ты зачем все сломала? Что ты орешь-то на меня? Перестань играть целыми днями в приставку. Вот и получил результат. Что ты хотел-то? Какой результат? Ну надо было просто сказать. Я тебе 100 раз говорила, тебе бесполезно что-то говорить. Вот, теперь, пожалуйста, получай свой результат. Так, ладно. Я, конечно, не знаю, это потеря. Иди сюда, я сейчас тебе... Сейчас телефон сломаю. Ты что, не трогай телефон, он дорогой, это айфон и камеру. Нет, ты что, с ума сошел? Нет, только не айфон и не камеру. Ты что, я снимаю, мне подписчики ждут. Они тебя затроллят, если у меня перестанут публиковаться видео. Ты первый начал. Зачем краску мне в шампунь налил? Получай. Это не твоя приставка. Это левая приставка китайская, нерабочая. Твоя приставка вот лежит, вот. Вот она, вот. Это пранк, милый. Ну, я надеюсь, что ты сделал выводы. Доволен? Да. Ну, я надеюсь, ты играть-то не будешь? Нет, больше не буду играться. Только по выходным. Хорошо. 2 часа. Все. Ребята, это был пранк над парнем. Я разбила нерабочую приставку, она была очень сильно похожа, и Дима клюкнул на эту всю историю и повелся, расстроился. Было дело даже, чуть не разбил мой телефон и камеру, но, слава богу, все цело. Так что, если вам понравился мой пранк, ставьте лайки, до встречи в новом веселом или мистическом видео. Пока!